Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Плей, и сегодня я сейчас вот так сделаю, это у меня это звук мешает, включу обязательно. Forgotten Hill, продолжаем, спасибо, что пишете, что вышел новый, как я во вчерашнем Elden Ring, который вы ни хрена не смотрите, говорил, что... Я не успеваю сейчас очень много-много разных дел. Расскажу попозже, каких и что и зачем. А вот, не успеваю следить за новинками. Forgotten Hill, новые части вроде вышли уже относительно давно и вроде недавно. Как я уже говорил, играю сразу с сайта. Как я говорил, те части, которые есть на канале, я не буду перепроходить в улучшенном варианте, типа графики. Но те части, которые у нас не пройдены, я их обязательно пройду. Такие игрушки мне нравятся. Я постараюсь не тупить. Первое, с чего мы начнем, я так понял, это как отдельная глава. The Warder Rope, типа шкаф. Другие друзья, есть еще две сестры, по-моему. Вот, поэтому давай начинать. Так, включаем музыку, поехали. Forgotten Hill, 1892 год. В стиме вот этих частей конкретно я не нашел, поэтому будем играть прямо с сайта. Они есть также... А, нажимать, да, надо? Несмотря на то, что мы всегда были сами по себе, мой брат Вейлон и я никогда не страдали от одиночества. Мы всегда играли вместе, и нам было очень весело. Кстати, для превьюшки неплохо можно. А в этом году я перешел в новую школу, поэтому могу бывать дома только один раз в месяц. Мне было очень страшно, что Вейлон будет страдать от одиночества без меня. Тем не менее, мне кажется, что он подружится с другими детьми, которые недавно переехали жить в дом Андерсонов. Ебать, особенно вот этот наш знакомый. Он написал мне, что они познакомили его с новыми друзьями, с которыми он может играть, когда захочет. Вчера, когда я приехал, мне сказали, что Вейлон болен и не выходит из своей комнаты. Мне нужно срочно поговорить с ним и заставить его объяснить, что происходит. Так, вспоминаем, как играть... Так, какие-то такие загадки я уже помню. Ух, нихуя себе звучок. Ну давай зайдем посмотрим. Ключ. Книжки. Тут тоже цветы. Так, это выход. Бля, зашкаливает аж звук. Но, к сожалению, либо выключить, либо никак. Поэтому... Так, где-то надо найти ноты. Цветочки везде. Ничего не откроется, пока буду тупо тыкать. Так, окей. Ключ от чего-то. Свечка. Очевидно, что-то она нам подсветит. А здесь нужно... Да ладно, нахуй. Я понял. Здесь нам нужно что-то найти. Почему без ключа открывается? А это что такое за загадка? Что-то ничего не работает. Очень хорошо в таких играх можно одной рукой сидеть играть. А ты не отсюда? Отсюда. К. Круг. Очередные загадки. Свет всегда открывает самые страшные тайны. Но это мы поняли. Там, где нужно свечку поставить. Подожди, а это? Ага. Тут вроде бы я все осмотрел. Так, тут заперто. Ворона? Ворона не работает. Полки. Книги. А книги не надо расставить в правильном порядке?
Да стой, ты зачем? Короче, не работает. Тут вообще никак ничего не задействовано. Может быть, пол? Нет, окей. Сейчас пока... Это может быть с чем-то связано. Кстати, телефон я далеко не убираю. Я помню, я фоткал. А все? Это какие-то зубы. Это какие-то демоны и ангелы. Подожди. Давай я вот эту сфоткаю. Будет у меня опять куча ненужных фоток на телефоне, но я вот это сфоткаю. Потому что здесь расстановка. И сверху еще книги цветные. Сейчас я посмотрю. Но они никак не перемещаются. Вот эта рамка, возможно, сюда какую-то книжку надо вставить. Ой, книжку, какую-то картинку вставить. Вот это что такое? Тут чего-то не хватает, да? Вот это что такое? К, Л, Т, Д, Ф, В, Е, Н, А, Б. А, подожди, вот эти фигурки были на той штуке. Сейчас мы сходим посмотрим. Тут цветы. Здесь пианино. Цветы с чем могут быть связаны? Так, тогда вот к этой загадке пойдем посмотрим вот сюда. Так, стоп. Так мы будем долго фоткать. Треугольник, шестиугольник. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восьмиугольник и ромб. Блять, что-то мне кажется, это не то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьмиугольник Т. Сейчас я зафоткаю тоже. Восьмиугольник Т. Пятиугольник Д. А тут шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестиугольник F. Такого не было. Е было. Треугольник. Бля, ромб был. Ромб был, точно. А. Я пом... Бля, сходил, посмотрел. Ну-ка. А Д я фоткал. Ф? Да, Д я фоткал. Поэтому пойдем попробуем. Но опять же таки, это вряд ли оно. Но я попробую, у меня пока других вариантов нет. Ну вот, допустим. Ромб это А. Да нет, это дохлый номер, не то. Что-то куда-то не то. А тут подсказки есть? Не хватает. Да ладно, что, я не буду пользоваться подсказками. 1, 3. Тут закрыто. 1, 2, 3. У нас какой-то такой комбинации, может быть, 3. 1, 2, 4, 5. Здесь тоже закрыто.
Свет всегда открывает самые страшные тайны. Нам бы найти для начала этот свет. Может быть, эту записку надо где-то просветить? Нет, это просто как подсказка. Но я какие-то моменты все равно буду пропускать, ну, вырезать, потому что вот это долгое хождение. А, подожди. Все. Это пианино. То, что мы первое сфоткали с этими цифрами, это пианино. Это для тех, кто не знает нот, таких как я. Получается, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, блядь. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Их меньше. Если мы не берем крайние, они не нажимаются. Эти громко очень. Нажимаются 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, окей. Так, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Три. Отлично. Это хорошо. Я думал, просто надо найти ноты. Спички. Так, это обозначение тех букв, которые... Блядь. Короче, ладно, сейчас разберемся. Пойдем. А что мы... У нас поджечь-то нечего. Свечки-то нет. Свечки нет. Вот здесь. Так. F. F у нас это шестиугольник. Вот так. И по записке он у нас... Здесь. А дальше что у нас? Пятиугольник. Такого вообще нет. Блять, что я нафоткал? Этого всего нет. А треугольник Е. Треугольник Е. И мне нужен ромб. Ромб я фоткал. Еще серьезно, я ромб не сфоткал. А че я не пойду? А и Т. Все, можно было просто по буквам определиться, догадаться. Так, окей, ключ. Ключ может быть. Я, если честно, немного мурашки нахуй по телу идут. Я сижу ночью в полной темноте. Вейлон, привет, как ты себя чувствуешь? Мне очень плохо. Мои друзья, которые живут в шкафу, делают все, чтобы я чувствовал себя ужасно. Когда они играли со мной и одержали победу, они захотели получить от меня награду, но я был против. Какую, блядь, награду? Я запер шкаф, но не помню, куда спрятал ключ. Ты не мог бы принести мне мое лекарство? Оно поможет мне успокоиться и вспомнить то, что я позабыл. Мы должны закрыть шкаф, иначе они выйдут из него и снова захотят поиграть. Оставь этот драгоценный камень себе. Они очень хотели получить его в качестве награды, но он может понадобиться именно тебе. Я очень прошу тебя действовать как можно быстрее, потому что мне так плохо. Так, какая-то комбинация должна быть. Куда что натыкивать?
Бля, у меня реально мурашки нахуй по телу от этого. От этого. Вот сюда надо ставить. Нет? А, вот сюда. А, все, я понял. Смысл игры понятен. А, сюда я не могу, соответственно, сюда. Сюда, 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 а вниз, сюда, наверх, сюда, вниз. Я так предполагаю, что это не в один этап, да, делается? Эх ты, сука. А вот это что, пробивается? А, это пробивается. И я, наверное, зря это сделал. Да, я зря это сделал. Сюда. Это одноразовая клетка. Сюда. А, соответственно, дальше. Сюда. Она разбивается, я иду сюда. Ну, давай пробовать. Блять, зачем? А, нет, нормально все. Так. И мне надо на нее зайти с... Хотя, наверное, пофигу. Если я опущусь сюда, он ее разобьет. Если я опущусь... Так, мне нужно наверх. А, нет, вниз. Блять, зря я это сделал. Ну ладно. Так, третий этап всего сложнее. Точно сюда. Точно сюда. Сюда я не могу пойти, соответственно. Точно сюда. Точно сюда. Туда приду. У меня либо вверх, либо вниз, либо туда. Не пойдет. Так. Еще разок. Если я иду сюда, то мне только вверх. Да. Туда только вверх. Туда вверх. Туда вниз. Туда. А одна тут клеточка. Ну все. Медицина. Медицина. Так, медицина. Мне цветы полить медициной. А, медицина. Медицина. Теперь я чувствую себя немного лучше. Я только что вспомнил одну странную историю. У бобра было 2 золотые и 4 серебряные монеты. 2 золотые и 4 серебряных. Лиса отдала половину своих монет коту, чтобы у них было одинаковое количество монет. Так, еще раз. А у бобра было 2 золотые и 4 серебряные монеты. Он дал серебряную монету лисе, то есть 2 золотых и 3 серебряных, у которой стало в 2 раза больше серебряных монет. То есть у нее стало 2. А, нет, подожди. Чем у бобра? То есть стало 6. Лиса отдала половину своих монет коту, чтобы у них было одинаковое количество монет. Бобер отдал золотую монету индейке, у которой ничего не было, а потом потерял все свои серебряные монеты. Бобер, лиса, индейка, кот. Ух-ух-ух-ух-ух. Так, сейчас я что-нибудь найду где-нибудь записать. Я нашел, я записал себе последовательность. Сейчас первое, что мы попробуем, это высчитаем финальную историю,
А потом попробуем изначально. Так, вспомнил, у бобра было 2 золотые и 4 серебряные. Сейчас про бобра. 4 серебряные монеты. Он дал серебряную монету лисе, у которой стало в 2 раза больше серебряных монет, чем у бобра. У бобра было 2 золотых и 4 серебряных. Он дал серебряную монету лисе, у которой стало в 2 раза больше серебряных монет, чем у бобра. И тут непонятно, чем было или чем стало. То есть или 8, или 6. Ну ладно, это такой момент. Так, у бобра было 2, 4, то есть осталось 2, 3. Лиса отдала, у них было... Бобер отдал золотую монету индейке 1, 3, у которой ничего не было, а потом потерял все свои серебряные монеты, то есть 1. Золотая 1, бобер. Дальше лису высчитываем. Он отдал серебряную монету лисе, у которой стало в 2 раза больше серебряных монет, чем у бобра. Лиса отдала половину своих монет коту, чтобы у них было одинаковое количество монет. Так, тогда предположим, что у лисы или 3, или 4 осталось серебряных. Это в зависимости от того, сколько, от какого числа монет мы считаем. Так, лиса отдала половину своих монет коту, чтобы у них было одинаковое количество монет. Так, значит, у индейки одна золотая. Одна золотая, и у кота тоже. Или 3, или 4. Короче, пробую сейчас сначала по 3. Да, я понял, бобер. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Да, все-таки от того количества, которое было... Потом, после того, как бобер отдал лисе монеты. Очень хорошо, ты нашел ключ от шкафа. Пожалуйста, закрой этот шкаф раз и навсегда. Хорошо, но мы сначала пойдем свечку подожжем. А свечка сюда. И? А, мне надо пойти к зеркалу. Так, давай фоткаю вот так, вдруг лица важны. Вот так. Он, блядь, их лица определяет. И вот так. Вроде бы все. Ой, простите. Да убери ты ее. Может быть, где-то еще надо подсветить, но я опять же таки не уверен в этом. Я нашел ключ от шкафа. А, вон оно как. То есть мы можем еще подсвечивать. Но оно что-то не особо работает, если честно. Я-то думал, можно еще предметы подсветить. Вот эти, например. Но книги тут тоже не просто так. Это шкаф. Говорит, закрой, а мы его открываем. Так, а ну-ка нахуй изыди. Ты дурак? Наконец-то кто-то открыл дверь.
Наконец-то мы можем выйти и поиграть. Ха-ха-ха. Ты хочешь поиграть с нами? Приходи и найди нас, ведь тогда мы будем играть с тобой. Но помни, что проигравший заплатит за свой проигрыш. Ха-ха-ха. Вот вы уёбки. Так это что? Это то, что мы сфоткали последнее, правильно? Ну, предположим. Кружок перечеркнутый. А вот этот. Эй. Вот этот. И скобка. Нет, значит, кружок, квадрат, крестик, ну и скобка. Так, где-то, блядь, фотка. И скобка. Ну нет, скобка стояла уже. И как это определить? У нас комбинаций-то немного. Крестик. Кружочек. Квадратик. Это что такое? Замок. А, это мне шкаф надо закрыть. Эх вы, пидорасы хитрожопые. Тут надо что-то подсвечивать, вряд ли. Но вот эта записка до сих пор висит. То есть я собрал замок, и мне их нужно сюда подзагнать. Подзагнать, просто загнать. Но здесь ничего нет. Пока что, наверное. Так, окей. Мне нужно этих уёбищков найти. Так, а если я сейчас начну светить? И не светит. О, господи, что они с тобой сделали, Вейлон? Ты чё? Ах, это ты? Твой младший брат отказался отдать нам награду, поэтому сейчас ты узнаешь, что случается с теми, кто не платит по счетам. Его долг еще не погашен, поэтому тебе придется заплатить за него. Я победил и заслужил награду. Знай, что единственный способ избавиться от меня – это отдать мне то, что принадлежит мне. Я подожду здесь, а ты принесешь мне награду. Светильник хочешь? Замок тебе, народ. Бля, а что мне... Ай-яй, нахуй ты убил брата, ты долбоёб. Бля, как здесь жуткая часть. То ли я давно ни во что подобное не играл. Это не забирается. Так, мне сначала их нужно найти всех. Это мы применили, окей. А, на самом деле у меня ноль понимания, что делать. А какую тебе, блядь, награду? Я ебу, что тебе принадлежит. Свет всегда открывает самые страшные тайны. Вот на данный момент... Ну это просто подсказка, я так понимаю. Здесь мы все разгадали. Здесь мы все посветили. Ну окей. То есть здесь ничего нет. А, вот. Давай поиграем. Если ты выиграешь, то я вернусь в шкаф. А. Ебать, если бы еще это не подвисало.
Ебать, как неудобно. Ебать, шутан. Я сейчас оглохну, нахуй. Сука. Я прошел. Ай, поздравляю, ты победил меня. У меня нет выбора, поэтому я возвращаюсь в шкаф. Так, и тут что-то... Я не хочу играть, можно я выйду? Я выну наушник. Громко сделано, не хочу больше вот играть. Так, это тут тусит. Теперь, ну, то есть мне нужно сейчас тупо ходить по локациям и искать этих чертей. Их сколько было? Четверо. Этому что-то надо отдать. Я бы ему только пиздюлей отвесил, если честно. Здорово. Привет, хочешь поиграть со мной? Ладно, постарайся не отставать от меня. Ты проиграл, друг мой, теперь ты должен мне несколько золотых монет. Я не могу с тобой поиграть? Давай. Иди нахуй. Просто очень близко. Я сейчас это... Другой монитор попробую. Он поменьше. Ты нахуй, у меня нет золотых монет. Ты не так-то прост, как можешь показаться, а теперь возвращаешь шкаф. Но это на самом деле было нечестно, я проиграл дважды. Просто он когда начинает двумя пальцами в разные стороны, у меня, блядь, эти глаза нахуй разбегаются. Так, где мне найти еще одного? Я не понимаю, что тебе принадлежит. Награды это, наверное, ну вообще зеленый этот... Кристаллец. Нет. Спасибо. О, здорово. Привет. Может, поиграем в прятки? Если ты найдешь меня, я дам тебе хорошую награду.
Да я нахуй со светильником буду везде ходить. Так, тут, по идее, два черта должно быть. Он же ведь куда-то залез, пидорас. Ну, я думаю, что вряд ли сюда. Методом исключения. И записку нам не просто так оставили. Может, в цветах? Так, светильник нам не помогает. Куда этот хмырёныш мог залезть? Типа, мне надо все обтыкать. Может быть, какая-то панель из этих стала активным. Да стой ты. Карта. Нет. Здесь, может быть, может поджечь. Но он так не работает. Тут ничего нет. Здесь. Здесь все то же самое. А почему? Ну вот, опять же таки. Да стой ты. Мне такое ощущение, что... Для чего-то подсвечник еще нужен. Это не ты, блядь? Не ты же? Нет, не он же. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Единственное место — это вот эти книги. Но опять же таки я ничего не вижу. Куда он мог спрятаться? Тут его нет. Тут вообще свет почему-то не светит. Прятался он, значит. Принести мою награду. Я, если честно, в затруднении. Может быть, как-то... Ну, цветы. Тут есть цветы. Один листочек. Тут нет цветов. И подсказки здесь не работают. Не хватает. Ну, блядь. Капитан, конечно. Тут есть подсказки, тут нет подсказок. Опять же таки, подсвечник, может быть, куда-то применяется. Но здесь ничего не применяется. Подсказок здесь нет. Вот в этой комнате меньше всего. Вот эту загадку мы решили. Ему вот этот камень нужен. Эта херня не активна. Да, зеркало мы уже посмотрели. Тут вот эти панельки выделяются, но... Тут, скорее всего, не так-то... Все просто. Карту мы никак не использовали. Цветочки. Ты под ковром, сука? Цветы не задействованы. Ну тут вот три. То три. Зачем три? Опять вряд ли он тут прячется где-то в пианино. Оно уже два раза использовалось. Да были мы тут.
3, может быть, куда-то эти цветы подошли. Ты нахер нужен? С вилкой. А ну-ка. Может быть, ты в шкафу? Там просто темно и ничего не видно. Маленькое пространство и непонятно. Может быть, он здесь? Типа он полетит. Это было бы неразумно. Бля. Я проиграл заодно. Нет, это было бы нелогично два раза, но она активна тоже. Типа, если ты хочешь поиграть еще раз. Но пианино уже не активно. Пацаны, где ваш этот хуй? Коров, лошадей, блядь, еле. Молчат, не подсказывают, блядь. Непонятно, сейчас. Ну, короче, я хуй знает, давай. Я ходил, везде тыкал. Может быть, его с фонарем надо искать. Ну и... Просто у меня единственное предположение, что действие, как бы предмет, он же когда используется, он из инвентаря уходит. Вот, а этот и записка здесь как бы, и все здесь есть. Ну давай, о блядь, серьезно. Молодец, получи свою награду. Давай сыграем еще раз. Если ты найдешь меня, то я вручу тебе еще одну награду. То есть ключи. Ключ я соберу. От чего? Ну-ка, стой, Питер. Молодец, получи свою награду. Давай сыграем еще раз. Если ты найдешь меня, я вернусь в шкаф. То есть это отвертка, это ключ. И что-то из этого принадлежит тому. Но мы прежде всего... Ну, я чуть не помню уже замков. И для чего нам нужна отвертка. Так. То есть он стоит. То есть либо он на столе. Вот он. Ай, поздравляю, ты победил меня, у меня нет выбора, поэтому я возвращаюсь в шкаф. Так, здесь ключ не нужен. Здесь, по идее, тоже не нужен. Ну, пойдем к этому. Я подожду здесь. В голову тебя нахуй воткнуть? Подожди. Не понял. Я подожду здесь, а ты принесешь мне награду. Так. То есть... Еще не все. Что-то я должен отковырнуть. Зубы там были. Отверткой. И ключ, наверное, для того, чтобы закрыть. Так, а ну-ка. Пацаны, тут у вас ничего нельзя подколхозить. Отвертка, отвертка, отвертка.
зеркало расхуячить? Нет. А, все, я понял. Отверткой нужно выковырнуть эту херню. И он же требовал от него камень. Ой, наконец-то. Очень хорошо, друг мой, теперь мы квиты. А я могу вернуться в шкаф. То есть я сейчас их закрываю и все, да? Наконец-то я избавился от этих тварей и закрыл этот чертов шкаф. Мне нужно убедиться, что он никогда не откроется. Его не откроют его, а эти существа останутся в нем навсегда. Я бросил ключ в реку, чтобы никто не нашел его. Никто никогда больше не сможет открыть шкаф. Понятно. Ну, слушай, бля, у меня мурашки. Я что-то не был никогда таким восприимчивым, но у меня прям мурашки от этой части. 46 минут. Я посмотрю, сколько идет. Ну, это не важно для себя. Посмотрю, сколько идет официальное прохождение. Я знаю, я потом уже увидел, когда те части проходил, что на сайте есть официальное прохождение. Быстрое, без воды. Вот. Но мы справились. Ну, час меня, наверное, примерно заняло. Минус я вырежу некоторые похождения. Плюс я останавливал таймер для того, чтобы поискать этого черта. Походил, потыкался везде. Вот такая игра. Будем смотреть остальные части, которые не были пройдены. А на этом на сегодня все. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.